Всем привет! К нам приехал Евгений. И вот он за год превратился в такого молодого, стройного человека. Но у него остались проблемы. Конечно же, у него громадный фартук по колено. И теперь уже мы, пластические хирурги, можем в это вмешаться и убрать этот фартук. И вот такая у него образовалась ситуация, с которой ему очень тяжело жить. Идите, помогите мне. Одевай половой член. Сверху отвалим, найдем член и кожу над ним сошьем с мошонки. А что делать? Только что мы закончили оперировать Евгения. И вот наша задача была убрать этот фартук, поставить на место мошонку, половой член, ну, чтобы это все было, так сказать, ну, на виду. Так у него ничего, все слилось, ничего не было видно. Женя, как себя чувствуешь? Вообще отлично. Нормально? Что, не болит, без проблем. Ну, конечно, не Ален Делон. Так вам ничего не мешает. Но зато ничего между ног уже не болтается, кроме мошонки. А мошонка, ну, мужчина должна быть. Вот так Женя пережил свою операцию. Прямо скажем, операция была непростая. Перевязывайте. Удачи вам. Всем пока. Аккумуляторы в ноль. Тут приехали. Пробуем? Ага. Нет, мало. Ну, воспламенись, гадость. Есть контакт! Реанимировали машину, завелись. Сейчас гружусь в Москве и еду в сторону Иркутской области домой. Ну, я думаю, что я еще вернусь в клинику. Мы приедем на осмотр после того, как я заживу. И врачи посмотрят. И думаю, что будет все хорошо.